На страницах фотоальбомов долгая и насыщенная жизнь. Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Минарову 95 лет. 43-го года на его счету сражение на Карельском фронте. Освобождал Петрозаводск от финских оккупантов. Когда началась война, я был сопляк-мальчишка, 16 лет, по-моему, еще не было. Так, я побежал в военкомат. Меня прогнали. А потом война расширяется. Значит, сделали из наших десятиклассников, кто перешел в десятый, сделали подготовительный курс при училище имени Фрунзе, самое лучшее на планете военно-морское училище, а сейчас академия. Я не кончил его, к сожалению, потому что я рвался на фронт. Сегодня Владимир Ефимович принимает поздравления с Днем Победы. Дань уважения отдал и глава городского округа Дмитрий Волошин. Вручил ветерану поздравительный адрес, продуктовую корзину. Ветеран рассказал главе о трудностях с получением медпомощи. Врачи к нам не ходят домой. Вот я уже второй год врач, врача у меня не было ни одного. А ведь я лечусь. Я лежу два раза по три месяца. Почему не ходят? Мы разберемся и будут ходить. Поздравили ветераны и школьники из 15-го Химкинского лицея. Дети принесли Владимиру Минарову цветы и подарки. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.